Это когда папа любит маму. Это когда любит кого-то. Это когда один человек любит другого. Простите. Когда на 4 марта дарят друг другу подарки. Это когда один человек любит другого. Это когда влюбляются. Это когда один человек любит другого. Это когда папа любит маму. Это когда любишь всех родных и близких. Это тот, кого любит. Любовь – это когда бьется сердце и кто-то другого любит. Любовь – это когда целуешься, если колечки даешь, ботинки, туфли, если платья. Когда даешь, все женщины любят. Это когда человек кого-то любит. Они вместе гуляют, встречаются. Потом хотят пожениться. Любовь бывает с первого взгляда, бывает, когда познакомишься и чуть попозже. Это тот человек, который вот ходит, например, где-то и увидел одного человека. Он посмотрел на него, видит, как он красивый, мне нравится. Это тот человек, с которым ты должен идти на красиво. Или можешь погулять с ним, познакомиться. И он, наверное, тебя тоже полюбит. Вот это любовь. Я люблю маму с папой. Я люблю свою семью. Я люблю маму. А я маму с папой. Я люблю маму, папу, сестру, брата моего. Я люблю папу, маму, дядю и бабушку. Класс. Любим родную школу. Любим учеников, учителей. Маму, папу, сестренку, семью. Школу, семью Елену Николаевну. Семью, нашу милую учительницу. Школу, учителей. Я люблю Елену Николаевну Терешкину. Нашу Елену Николаевну. Маму с папой. Сестер, братьев. Я люблю директора нашего. Настю Сусову люблю. Я ей котенка дала и кролика маленького. Мы с ней играли. Это когда дарят подарки влюбленным. Это такой праздник. Это когда делают валентинки и маме очень нравится. Это когда дарят валентинки всем людям, которых они любят. Это когда девочкам валентинки дарят. День Святого Валентина – это когда люди делают друг другу приятное. Например, дарят валентинки, дарят цветы, делают комплименты. Например, у меня мама с папой познакомились на День Святого Валентина. Когда мальчики девочкам дарят валентинки. И пишут там, что они их любят. Поздравляют с Днем Святого Валентина. В этот день люди дарят друг другу записки, что они друг друга любят. Но День Святого Валентина – это день, когда день влюбленных.